Тук-тук-тук. Здрасте, меня зовут Мазл, добро пожаловать в Анде. Это еще один ужас. Давай это узрим. Пара-па-па-пам. Globus Interactive представляет. Анде. Граммофончик от души. Будет музыкальное веселье здесь. Яркость. Да нормально по дефолту, вы чё? 1917, 15, 16, какой год? Выпиваете, что ли? Какой год? 1917 год. Хорошо. Чё-то шумит. Какой-то звук воды? Мы на корабле? Дверочка? Кто лазит здесь, а? Кому руки оторвать? Ну-ка, братишка, вставай давай. Какой-то тяжелый на подъем, а? Охереть. Ну-ка, что мы имеем здесь? Это унитаз или что? Тарелка для бритья? Письмецо можно посмотреть? Нельзя, конечно. Как-то он странно вещи повесил, а? Прямо на кольцо. Прямо дырку оставил там. Ты что, больной, братишка? Как ярко, боже. А это что такое, э? Ты что, братишке покушать принес? Какой ковер, охереть. Не шутя место здесь, а? О, бутылочки беленькие, посмотри. Ты уже все выпил, да? Оборзевшая пьяная харя, а? Ну-ка, пошли отсюда. Отпирается само, хорошо. Ничего мы не забыли здесь? Чемоданчик. А что написано здесь? А, походу, ланч. Нормально ты питаешься, а? Чемоданами целыми. Тупичок здесь? Ну пошли, чё? Нам сюда идти? Здрасте. План корабля. Или не корабля? Там есть свет. Тогда пойдем сюда, подожди. Пойдем во мрак. Заперто все здесь. Спокойненько, я с тобой, не переживай. Давай, отпирай все. А чё заперто все, э? Никого сзади. Чё такое? Как темно здесь, а? Куда идти? Куда ползти, э? Где я? Что я? Или сюда? А, я уже был здесь. Подожди, ничего не вижу. Я ничего не вижу! Мы до края дошли? Ладно, пошли обратно. Так уж и быть, я готов. Я на все готов. Тихо. О, бутылочки стоят. Нормальное место здесь, а? Здрасте. Помогите, пожалуйста, мне. Опа, на тупичок здесь. Вентилятор шумит. Чё у вас здесь? Пустая тумбочка. Да где все вещи, э? Тук-тук-тук. Помогите, дайте покушать. А это чё, подожди. Здесь обучают операциям. Заперто, нужен ключ. А чё вы там делаете, э? А сюда пойти? Да чё заперто, э? Никого? Никого. Спокойненько. Тупик опять? Как темно здесь, а? Куда же идти? Куда же ползти? Тихо. Это что такое? Какая-то баланда приехала, э? Я уже покушал сегодня, не хочу я. Спасибо, конечно, но... Там никого? Там потемнело или мне показалось? Он еще двигается. Я, пожалуй, сюда уберу. На потом съем. Это что, борщик? Или там вообще пусто, а? Кто так угощает меня? Вы что, охерели все? Ой, дверочка, нахер, я пойду обратно. Я понял вас. Там никого? Может, в моей комнате? На месте еда, посмотри. Ну хорошо. Там какая-то музыка играет, а? Жуткая криповая музыка. Здрасте. Можно в гости? Граммофончик. Там никого. Записочки здесь. Дорогая Элис, мы сегодня пошли наверх. Нас там ждала радость небес. Потом Александр осудил нас. Мы ждем его, чтобы свои грехи отплатить. Выхода нет, Алекс. Че вы несете, а? Встреться лицом с дьяволом, и он от тебя сбежит. Убегает дьявола, и ты его. Это подсказка, типа здесь дьявол есть? Опа, на ключик. Дай сюда. Не надо мигать, э. Ой, зеркальце, что ж делать? Музыка пропала. Настала полная тишина и спокойствие, да? Никого. Я просто вышел подышать. Вздохнули. Пошли. Никого сзади? Совсем никого. А где это место было? А, оно было аж там справа. А моя комнатка? Там тень? Это что такое, а? Там дверка открылась. Мне бы сначала подкрепиться бы, а? Я прямо добрый Винни-Пух. Ох, я добрый Винни-Пух, да. Прямо самый добрейший. Никого сзади, спокойно, подожди. Какие все злые люди здесь. О, можно войти. Везде эти вещи продырявленные. Сральники, умывальники. Пока все так же вроде бы. А, топорика здесь, вентилятор, не шуми. Нам сюда. Клац-клац, здрасте. Двухъярусная кровать. А дверку не закрыть, а? Ой, что это было? Нас заперли? Пошла музыка, куда ныкаться? Тут опрется, а? Можно присесть. Я столик. Я пока переодеваюсь, подождите, занято. Да сука, оставьте двери, занято. Ну что, больные все.
Ну ты что, дебильный что ли, а? Не стучи, мразь. Боже, что же делать? Куда же бежать? Я уже почти. Это что такое? Мороженка? Какие-то клешни? А там клешня, смотри. Ужас! Да чё ты ломишься, а, паскуда? Ну заходи. Не отпирается? А чё мне делать? А куда мне бежать? Стой. Он так и будет стучать? Это реально жутко, а? Тук-тук-тук. Чё-то здесь? А, кровать можно подвинуть. Тут дырка есть, господи. А я столько это слушаю и жду. Да-да, постучи мне ещё. О боже, куда ж попали мы? Тут не выйти, да? Кто опять шумит? Ты вошел? Мне показалось. А, это мигает, походу, свет. Только вот лампочки не видно. Налево или направо? Ну, походу, там, да? Или там? Подожди. Заперто здесь. На-на-на-нам. Вам помочь? Эй, мужик. Сейчас раз он здесь, да? Заперто. Он нас закрыл еще и стучал? Ну, совсем дебильный, а? Такие бывают? Обратно спать идти? Спокойненько. Давай сюда пойдем. И заперто везде. И куда же мне ползти? Записка не видна, да? Баланда пока на месте. Это меня радует. Или получается здесь? Матерь божья, дальше можно пройти. Чего там происходит, а? Хороший нам путь открыли. Какая-то река с саниной и кровищи. Нас заперли? Серьезно? Ты чё, паскуда? О боже мой, не хочу я плавать здесь. Тут еще и ходишь медленнее. Ох, не нравится мне это все, а? Ох, не нравится. Направо пойти? Подожди. Пока никого не видно было. Давай направо сюда. Чё здесь? Запертая дверочка. Кто скрипит? Кто шумит, а? Сейчас только я выйду. О-о-о, я выйду. Куда я выйду? Это демон. Не бежать. Была подсказка не бежать. Подожди. Он здесь? Какой-то был клоун или что это? Братишка, ты ушел? Какая крепота, а? Подожди. Можно пойти налево. Чё, здесь? Дверку откройте, боже, спасите меня из этого ада. Еще такие потолки низкие здесь. Нужен ключ. Может подняться? Заперто здесь тоже. А куда бежать? Тупик везде. Боже мой, помогите пройти это мне, а? Может быть здесь все-таки? А, еще путь налево здесь был, блин. Какая-то столовочка. Ой, кто шумит? Ну как заперли опять нас, э? Ой, бухлишка сколько. Меня пугает это место. Что у вас тут есть? Пустые тарелочки. Ну-ка. Хавка команды. Всего раз в день? Что такое это было, э? Я уже просто посмотрел на питание команды. Ты нужен аду. Предатель, трус. А что там лев сидит? О боже, какая жесть. Что здесь такое? Наше дыхание попахивает смертью. О господи, что творится здесь, а? Зачем ты убил своих товарищей, Александр? Так это мы, Александр? Это мы всех отправили наверх? Типа к Богу? Не бегать от дьявола? А от него все-таки нужно бегать, получается? Или поверить в надпись, а? Я даже не знаю, блин. Хорошо, куда идти? Мы это почитали, все, где же выход? Я тупо ничего не вижу, кроме этих двух записок. Кто скрипит? Кто скрипит? Не надо скрипеть. Дыхание смерти, я понял. Не дышите, пожалуйста. Я не буду оборачиваться, он прям сзади, да? Ой, он все ближе. Не дыши, брат. Дыхание попахивает, ну ты чё? Написано, воняет смертью. Ох, никого, боже, никого. Ладно, пошли. А где же ключ, подожди. Зачем мы были здесь? Ключ. Это не ключ? Походу нет. Нас только-только испугали. Сейчас пойди пугаться нечего. Спокойненько, просто пойдем обратно. Опа-на, радио играет. Прямо здесь, да? Подожди. Почта. Какие у вас письма здесь, а? Показывайте. Кто это шумит? Почему ты там, э? Ну-ка, не рычи, подожди. Где ключ? В этом месте опять пусто получается. Он справа? Не справа. Открылось здесь получается? Здесь же был забор вроде бы. Налево-направо, давай направо, здесь свет. Ой, иллюминатор, помоги же мне. Давай налево. Ой, божечки. Тупичок везде. Дверку можно войти? Можно. Ой, залитое все, господи, в моче, в санье. Какой-то пилон прям по центру, а? Устроили кабаре здесь. Ключа тоже нет. Только валяется посылка здесь. Мы все обошли уже, а куда идти? Так и заперто, а? Эй, братишка, подскажи, где ключ, а? Сам справлюсь, подумаешь. Где-то, может быть, здесь повыше? Давай кровать осмотрим. А, прям здесь. Вот и хорошо, пошли. Кто скрипит? Не нужно скрипеть. Не надо смотреть так на меня, нет. Я просто танцую на пилоне. Вам нравится?
Давайте я буду вас развлекать. Я не хочу подыхать. Он не уходит, а? Ничего мне делать? Братан, какой ты высокий, а? Гормон роста принимаешь, что ли, а? Обниматься пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет. Я не пойду к тебе. Я буду убегать. Тихо, как это было очково, а? Это так пугает. Еще раз он здесь за краем, да? Не, никого. Все, пошли. Дверка, 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 это здесь. Ой, ключик, 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 давай, вставляй. Все, пошли. Какая жесть, а? Можно подняться обратно наверх. Мир и спокойствие. Мировая война окончена. Да, хорошее попали мы время. Охереть. Ну ты, конечно, дылда. Че у тебя в руке, а? О, нет, братишка. Не-не-не-не, братишка, осади. Я пойду пониже. А куда здесь заперто все? Он спускается? Слева, справа? О боже, подожди, подожди, подожди. Он сюда ведь не пойдет? Братан. Ладно, я пойду сюда, подожди. Ох, мать, 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 мать. Обратно, обратно, обратно. Где, где подъем? Подъем здесь, пошли, 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 нахер отсюда. Куда мне бежать? Где выход здесь, а? Ох, матерь божья. О, мы опять здесь? Мы опять живы. А что ты так стоишь, а, боком? Как это было жутко, мать твою, а? Не спускайся сюда, пожалуйста, иди обходи. Не скрипите полы, пожалуйста. Ух, мать, 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 подожди. Где выход здесь, а? Вот так его бежать? Да ты посмотри, мразь. Непонятно, куда бежать. Тихо, тихо, не ругайся. Сейчас мы тебя поломаем, подожди. Ой, застреваешься, господи. Сейчас все будет, ты чё? Не таких ломали. Куда ныкаться, куда ныкаться, куда ныкаться? Сюда? Не сюда. В мою комнату? Вот так присесть, может быть? Сюда еще не влезть теперь? А почему не влезть сюда? Здрасте. Ну, у тебя, конечно, рожа, а? Нужно меньше пить. Как будто спасения здесь нет. В краешек на кухоньку. О, мать. На почту пойду. Посылку найду. Нет? Он же сюда, по идее, не войдет? Войдет? Ты же выше прохода, ты чё? Даже не пригинался, мразь. Куда же бежать, а? Подожди, там проход? Прямо тут слева, что ли? Ты чё, сука, издеваешься, что ли? Какой я тупой, господи! Ой, темно, 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 тупик. Сюда пойти можно. Комнатушка. Дырочка, дырочка здесь, пошли. Успокоились, спокойно, все. Сколько я набегал там, охереть. Мы спаслись. Длинный коридорчик, ох, не нравится мне это, а? Ну тупик здесь, он не пройдет. Вроде бы не пройдет, да? У нас забрали бег. Это, походу, все. Играет вдалеке музыка. И, видимо, наш конец близок. Ладно, пошли, мы готовы. Он здесь? Пока не здесь. Но почему ты еле идешь, братишка? Какие же ковры здесь, а? Мне бы такие на хату. А мы просто тихо идем, да и все. Прям по стелсу, смотри. Сейчас все будет четенько. Никого. Он здесь, да? О, братишка, почему так замедляется все? Соберись! Нужно жить! Братишка, отпирай. Пошли домой. Шепот начался какой-то, а? Ой, шумок. Ой, пошел шумок. И скрипы пошли. Боже! Ох, мать, ты опять здесь? Ой, светик, самоцветик. Не приближайся! Я буду кричать! Не обижай Александра! Пожалуйста! Я тебе ковер подарю, брат! Ну не ругайся! Нет! Будьте любезны! Скример! Закрой глазки, уши! Не, никого. Анда, это было прикольно, а? Напряженненькая демка. Вот Александр и уработали за все его грехи. Нечего других обижать. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся!